На этот автомобиль мы установили бесключевой доступ. Сейчас покажем, как им пользоваться. Автомобиль ставится на охрану, например. Вот сейчас автомобиль стоит на охране. Убираем ключ в карман. Подходим к двери. И теперь открываем. Ключ вам не нужен. И также ставим на охрану. При постановке на охрану тоже ключ не нужен. Появилась еще одна приятная опция. Машина стоит сейчас на охране. Нажимаем ключ в определенную точку. Держим 7 секунд, и машина заводится. Заводится, охлаждается, если это лето, или прогревается, если это зима. Точно так же дистанционно машина и глушится. И сразу же автоматически ставится на охрану. То есть она не снимается с охраны, просто заводится и глушится. На Mercedes V-класс устанавливаем систему бесключевого доступа. Здесь вот сейчас идут работы. Карты дверей демонтированы. И осуществляется замена ручек, прокладка кабелей и все, что необходимо для того, чтобы все получилось. Самое сложное, это, конечно, вот в этой части, потому что салон автомобиля полностью переоборудован. И карты дверей нестандартные. Надо аккуратно их демонтировать для того, чтобы все это дело получилось качественно. Заменить ручки, что мы уже сделали, как я вижу. И проводку прокинуть, соответственно. Ну, профессионалы работают. Все сейчас реализуем.